Вас приветствует Алена Ариес. На моем канале вы всегда найдете ответы на любые вопросы и мои контакты для записи на личную консультацию. А сейчас узнайте, что стоит за порогом, к чему готовиться. Мужчина стоит у вас за порогом. Светленькие, рыжие или белокурые волосы, светло-карие или серые глаза, активный, целеустремленный, жизнерадостный. Может быть темненький мужчина, но обязательно с каким-то красноватым, рыжеватым или коричневатым отливом будут волосы. Мужчина, которого вы ждете. Вот, либо встречу с ним ждете, либо ждете, чтобы он вернулся. Вот он примчится к вам с чувствами, со страстью. Прям, я бы сказала, уже мчится. Да, возвращение мужчины, еще я для кого-то вижу, то есть для кого-то встреча, для кого-то возвращение мужчины, для кого-то, смотрите, девочки, вряд ли это будет новое знакомство, все-таки, если вы никакого мужчину не ждете, то мужчина вам явно знаком, идет он вам для любовных отношений и для создания семьи. Если же все-таки у вас есть какие-то отношения, там на расстоянии или в реальности, да, то, скорее всего, встреча и все-таки обсуждение серьезных взаимоотношений, то есть именно формата семьи. Официально или неофициально, это вы уже решите каждая пара для себя, да. Вот. Но тем не менее, я вижу именно переход на новый, более серьезный уровень отношений.